Проблемы и перспективы развития Марьёва обсудили сегодня глава района Сергей Горкин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. На двусторонней встрече затронули темы инвестиционной привлекательности территории, уровня жизни населения и туристского потенциала региона. Марьёвский район участвует в программе поддержки местных инициатив. Уже сформированы 3 заявки на благоустройство территорий. До конца февраля будет разработана районная программа «Дорога к дому». Мы уточняем с гражданами, именно с общественными советами, проведение мероприятий на тех дорогах, которые вот у нас предварительно определены. Сейчас согласовываем эти мероприятия. А вот приводить в порядок участок автомобильной дороги Маловодицы с Вапуши планируют уже с помощью областного бюджета. Магистраль эта чрезвычайно важна для развития туризма. Вот эта дорога, которая идет из Маловодиц, Васильки, Рвеница, Свапуща, и она связывает с Тверской областью. Я так понимаю, что для жителей юга Новгородской области это самый короткий путь из Москвы, да, то есть если ехать по трассе М9, то здесь можно, соответственно, да, быстрее, чем ехать по М10. Да, абсолютно верно, да. И, соответственно, это же позволит связать вот всю нашу туристическую зону, да, с туристической зоной Тверской области, да. Главы Новгородской и Тверской областей Андрей Никитин и Игорь Груденя договорились совместно отремонтировать этот участок дороги. В этом году будет подготовлен проект, а уже в следующем вместо грунтового покрытия здесь появится качественное асфальтовое полотно. Заняться разработкой всех нормативных документов поручено региональному министерству транспорта и дорожного движения. Такое постановление уже подписал губернатор Андрей Никитин.